Здорово всем, ребята, кентуха на проводе. И прямо сейчас я просто в этом шоке. Это не шутка, это не пранк. Я себя ущипнул. Вышло, мать его, хэллоуинское обнова. Поэтому, ребята, прямо сейчас, если вы ждали, прожмите лайк. Подпишитесь на мой канал. Прямо сейчас я вам все расскажу, все покажу. Я уже нашел все пасхалки. Поэтому, ребята, я даже вам, знаете, что я разыграю? Я вам разыграю 2000 голды прямо сейчас. Вам надо просто поставить лайк, подписаться на мой канал и написать в комментариях ваше ID. И вы эти 2000 голды сможете потратить на спины. Но пока что рано, пока что рано. Давайте, ребят, обо всем по порядочку. То есть вы заходите в стендов и сразу видите какой-то непонятный голдпас. Да, ребята, вы его можете купить, он довольно-таки недорогой, на удивление. Что же в этом голдпассе есть? Вы получаете такую прикольную медалечку. Медалька реально крутая, мне нравится, я думаю, что я куплю. Так, смотрим дальше скины. Добавили аркану на М110. Разработчики, спасибо вам большое, то, что вы подумали про обычных людей вроде кента. Я же так люблю играть с М110, поэтому спасибо за аркану этот скин. Так, добавили скин на М-очку. Ну, я скажу сразу, ребят, ну, честно говоря, отстой. Ну, прям, ну, я не буду врать. Ребят, я же вас люблю, мы же с вами одна семья. Так, смотрим дальше. АКР. Скин на АКР, ну, так себе, но тоже, ребята, не очень можно и лучше. Скин на 5-7. Ну, кстати, вот скин на 5-7 мне нравится, но он чем-то похож, знаете, на 5-7 в рейдс. Так, ну, шо, пацаны, смотрим дальше, смотрим на клеечки. О, а вот тут-то и начинается у нас с вами контент. Да, ребят, присаживайтесь поудобнее, потому что прямо сейчас вы можете просто купить весь голд пас, и если вам выпадет только эта клеечка аркана, поверьте мне, она будет стоить не 1000 голды и не 2, я думаю, что она будет стоить 1005 голды, потому что, ребята, посмотрите на эту крутую Shadow Kitsune наклейку, какая же она классная. Дальше смотрим вот этот еще один стикер Spirit House. Ну, тут, ребята, уже все попроще, то есть, тоже неплохая, говорится, неплохая наклеечка, но я вряд ли хотел бы ее себе приобретать. Ну, почины, ну вот Shadow Kitsune, это просто шедевр. Так, смотрим дальше. Тут у нас идут те же самые скины, да? Так, а вот тут у нас начинается самое интересное, это чармы, это брелки, ребят. И про этот брелок, наверное, слышал и видел его совершенно каждый игрок. Так что, ребята, если вы его видели, поставьте лайки, подпишитесь. Но если не видели почины, то я могу вам его разыграть. Тоже подпишитесь и поставьте лайк. Так, ну что, смотрим дальше. Смотрим дальше, ребята. В принципе, идут у нас наклеечки. У нас идут чармы. Чармы, ну, честно говоря, чармы мне не очень нравятся. Но зато аркана чарм, вот этот чарм Якай, очень-очень крутой и очень-очень красивый. Так, ну что же, листаем самый конец. Потому что, ребята, там идут самые крутые арканы. Просто посмотрите на эти чармы. Вот тут, я скажу честно, любой чарм я был бы рад. То есть, я думаю, если я куплю голпас, я реально был бы рад совершенно любому чарму. Просто посмотрите, какие же шедевральные эти чармы, вау! Как же это прикольно, реально, и все в хэллоуинской стилистике, ребята, это очень-очень-очень круто. Так, ну что же, листаем дальше. Мне вот просто интересно, есть ли тут какой-то новый нож или нет. Я листаю, ребята, в самый-самый-самый-самый конец, это 150 уровень, а, даже 180 уровень, охренеть просто. Ну, а, к сожалению, ножа тут нема. Ну что, ребята, а теперь пошел контент. Это, ребята, колесо фортуны, да, и оно теперь есть в стендофе. Что, что и как, и зачем, и что вообще это такое, я вам все расскажу. То есть смотрите, пацаны, справа снизу у вас есть количество спинов. Эти спины надо покупать, я уже купил 10 штук за 1000 голды. Вы скажете, кем-то пока, так, а зачем покупать, это очень дорого. Смотрите, то есть вы получаете первый приз с этого барабана бонусов. То есть прямо сейчас мы его проворачиваем, получаем приз номер один. Это первый приз, просто чекайте. То есть тут вам может выпасть совершенно любой скин, тут вам может выпасть новый нож даже. Мне, например, выпал, да, самый обычный импар-кейсик. Но если вы, например, откроете таких колесо, как удачи, фортуны, не знаю, как это все называется, если вы откроете 50 спинов, то вам выпадет гарантированный приз, это нож. То есть, помимо призов с этого барабана бонусов, вы еще получите нож. Это очень круто. Давайте, ребята, прямо сейчас, я знаю, что вы любите. Прямо сейчас ради вас я открою, ребята, парочку спину прокручу, парочку барабанов этих открою. Ой-ой-ой, посмотрите, что падает. Почти, как же рядом. Пока что, ребята, мне падает только один скам, только с кейсы. Но я очень надеюсь, что мне выпадет хотя бы какой-то скин. Пожалуйста, хочу нож. А прикиньте, еще прям на записи выпадет какой-то крутой скин. Опять кейс, ну, ребята, ну хватит уже. Ну, ё-моё, ну, ребята, ну имейте вы совесть. Ну, прямо сейчас все на видео посмотрят и подумают, кем-то пока, ну это же полный скам. Ребята, сейчас все будет. Ой-ой-ой. Да новый тэгнайн, новый тэгнайн. Хочу, пожалуйста, провернись. Опять почины. Опять выпал сраный кейс. Так, давайте еще раз попробуем. Ребята, если вы наберете
наберете под этим видео 5 лайков, я сниму отдельное видео, там, где я потрачу 5000 голды, сделаю 50 прокрутов и получу гарантированный приз ножичек. Это же просто жесть. Так, ну что, ребят, проворачиваем дальше и смотрим, что же нам выпадает. Пока что, я скажу честно, хотелось бы лучше. Реально, хотелось бы лучше. Ну, ура. Ой, нифига себе, почему я получил новый чарм. Ну, честно говоря, он смотрится как-то очень странно, очень фриково, ну как-то не очень. Так, ладно, ребята, к этому мы вернемся немножко попозже. Попрошу обратить ваше внимание, то, что вся эта коллекция будет продаваться на рынке. То есть, вот, ребята, Cursed Souls, вот эта коллекция, она будет на рынке. Ну, а прямо сейчас я вам покажу новый режим. Вот тут, ребята, присаживайтесь подобнее, потому что новый режим называется «Охота за душами». И прямо сейчас мы в него попробуем поиграть, я вам расскажу, что и как надо в нем делать. Ну что же, давайте я вам расскажу, что, как и зачем тут надо делать. Начнем с того, что вы сможете высоко прыгать. Но пока что у нас идет разминка, пока еще ничего не известно. Давайте я просто покажу карту, потому что вы не видели, вы, наверное, сейчас смотрите, вот так открыли рот и охреневаете. Да, ребята, это просто жесть. Просто посмотрите на эти глаза, они за вами смотрят. Ха-ха. Я уже нашел первую посылочку обновления, тут куча разных надписей, куча всего. Притом, это впервые в жизни, когда разработчики, когда Аксели реально постарались, не как обычно добавили просто тыквы и сделали карту темной. Они реально добавили паутину, добавили жучков, добавили глаза, да добавили кучу всего. Просто разработчики, я вас очень-очень сильно люблю, вы реально лучше. Теперь рассказываю, что же надо делать. На всю карте разбросано оружие, надо их подбирать. То есть я подбираю оружие, и надо просто мочить призраков. Призраки, вы где? Я сейчас покажу почему. Главное не обосраться раньше времени. Блин, как же это страшно, да? Призраки, вы где? Ё-моё, пацаны, посмотрите. Обалдеть, ха-ха. Так, где призраки? То есть у призрака 200 хп, он быстро бегает и высоко прыгает. Но я пока что ни одного призрака не вижу. В чем суть? Чем больше киллов я делаю, то, грубо говоря, тем больше мячиков. Чем больше мячиков, тем лучше. Так, ну что, идемте, ребята, мочить призраков. Призраки, опа. Братанчик. Так, тихонько. Просто, ребят, призраки могут быть где угодно. Ой, я нашел дружка. Брат. Опа, я замочил, у меня есть одно очко. Но самое главное, чтобы призраки не достали меня. Потому что если они меня достанут, то я сам стану призраком. И мне надо теперь бегать за людьми. Что же может делать призрак? Призрак очень высоко прыгает. Призрак очень быстро бегает. И у призрака очень странные прозрачные руки. Блин, ребята, просто посмотрите на этот шедевр. Потому что я скажу честно, я не ждал то, что обновление будет настолько крутым. Поэтому разработчики, я официально заявляю то, что вы большие-большие молодцы. И вы проделали огромную работу. Я реально не ждал то, что... Это обычное хронологическое обновление, то есть это не прям там Новый год, это не прям какой-то великий праздник. Но вы посмотрите, как мне все круто сделали. А ну иди сюда, я тебя скушаю. Мой ты пирожочек. А я тебя скушать хочу. А ням-ням-ням-ням. А ням-ням-ням-ням-ням-ням. А ням-ням-ням-ням. Так, почини. Ой, братик. Опа. Я его скушал и сам стал человеком. Ну, короче, ребята, я думаю, суть этого режима вы поняли. То есть, помимо еще этого, тут куча разных пасхалок. Реально, карту изменили. Тут есть куча разных нычек. Я думаю, что по поводу всего этого я сниму отдельное видео. Но вы, можете, подписчики, пожалуйста, пока что поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Потому что, ребята, если вы наберете, сколько я говорил, 5 лайков, да давайте 5 лайков, то я сниму открытие 50 спинов. Так что, ребята, с вами был ваш Кентуха. Всем удачки, всем пока.